Blizzard Entertainment представляет. Что ж, Мерилист, наконец-то я тебя нашел. Тирал, да. Теперь я узнаю вас. Да, я узнаю вас. Я должен был знать, что вы путешествуете по небесам. Они всегда следят. Они всегда следят. Я долго искал тебя. Мне уже начало казаться, что ты не хочешь, чтобы тебя нашли. О, простите меня. Пожалуйста, простите. Это не моя вина. Не твоя вина. Скажи мне, Мерилист, каким образом это не твоя вина? Странник. Да, это был странник. Я не ошибся. Это был он. Не проведенные мной в каменной цитадели кажутся мне такими далекими. Я увидел пристанище в горах возле восточных ворот. Вы что-то хотите? Я спал дни напролет. И когда я спал, возвращались воспоминания. Воспоминания о зле. Воспоминания, сны для меня не слились воедино. Зло из моих слов преследовало меня по пятам. Как вы нашли меня? Как могло это создание нести такой тяжелый меч? Как я хотел спрятаться. Казалось, у него внутри были демоны, стремящиеся вырваться на волю. Чем больше я смотрел на происходящее, тем больше мне казалось, что я схожу с ума. Страх, разрушение, зло. Как мог я объяснить все это? Демоны из моих снов появились из странника. Почему я последовал за ним? Я не знаю, почему сны воплощаются в жизнь. Все, что я знаю, это то, что когда он обернулся, я должен был следовать за ним. Oh, my God.
Я не хотел идти за ним, но я знал, что у меня нет выбора. И с тех пор мы всегда путешествовали в восточном направлении. Всегда в восточном направлении. Приветствую, странник. Я не слишком удивлен твоему появлению. Здесь появлялось много искателей приключений с тех пор, как начались неприятности. Не сомневаюсь, тебе известна трагедия, которая произошла в Тристраме. Говорят, что Дьябло, повелитель ужаса, снова пришел в мир. Не знаю, верить мне в это или нет, но темный странник прошел этим путем несколько недель назад. Он направился на восток, к горам, пройдя путем, который охранялся монастырем бродяг. Может, это и ничего не значит, но зло оставило след там, где он прошел. Спустя небольшое время после его прохода монастырские ворота закрылись, и странные существа начали появляться в стране. До тех пор, пока за пределами лагеря не станет безопасней, и ворота снова не откроются, я буду оставаться здесь со своим караваном. Я надеюсь, что доберусь до Лут-Галейна, прежде чем тень из Тристрама поглотит нас всех. Если вы будете живы и будете здесь, я могу взять вас с собой. Советую поговорить с Акарой. Похоже, что она руководит этим лагерем. Может, она скажет вам больше. Привет, я Чарси, кузнец в этом лагере. Здорово видеть здесь таких могучих искателей приключений. Многие из наших сестер храбро сражались против Дьябла, когда он в первый раз напал на город Тристрам. Они вернулись к нам настоящими ветераншами, захватили несколько магических предметов. Однако их победа была временной. Большинство их теперь совращены Андриэль. Тебе повезло, партнер. Я гид. И я сразу скажу тебе, что буду твоим лучшим другом в этом богом забытом лагере. Лишнее оружие, немного золота, маленький камушек. Все, что я хочу в обмен на снаряжение, которое тебе понадобится в любых предприятиях, которые ты будешь затевать. Ну, не стесняйся. У меня все надежно. Двухдневная гарантия прилагается. Ну-ну, я никогда не ожидала увидеть амазонок в этих краях. Ты очень храбра, если решила прийти сюда. Многие из моих сестер пали жертвами темных заклинаний. И если ты неосторожна, с тобой может случиться то же самое. Я Акара, высшая жрица сестринского ордена невидящего ока. Я вижу, что ты человек издалека, и приветствую тебя в нашем лагере. Хотя боюсь, что эти хрупкие стены — ненадежное убежище. Видишь ли, странное проклятие постигло наш сестринский орден. Могучая цитадель, в которой мы долгие столетия охраняли покой Востока,
теперь осквернена злобной демоницей по имени Андриэль. В душе я все еще не верю в это. Но она повернула души многих наших сестер, бродяг, против нас и заставила нас покинуть обитель Ордена. Теперь последние защитницы сестринства убиты или скитаются в запустении. Я молю тебя, помоги нам. Найди способ снять это проклятие, и мы поклонимся тебе и вечно будем хранить тебе верность. Логово... Да? Я Акар. Чарси, юна и невинна, но я опасаюсь, что кровь в... Я должна освободить эту землю от теней. Мне нужен ключ.
ее! Я чую здесь мерзких созданий. Я не могу нести больше. Перегружена. Орден приветствует тебя.
Что я могу сделать для тебя? Я не могу нести больше. Добрый вечер. Я не могу. Возможно, сестры теперь будут доверять мне. Логово зла очищено. Ты обретаешь мое доверие и, возможно, возрождаешь мою веру в людей. В награду мы наставим тебя в любом умении по твоему выбору.
Будь осторожен. Таких, как ты, впереди ждет смертельная опасность. Будет исполнено. Я перегружена. Возможно. Yeah.
Я чувствую великую скорбь и отчаяние. Я не могу нести больше. Успокойся в мире, сестра. Я не могу поверить, что кровавый ворон побеждена тобой. Хотя она была моим ближайшим другом, я молюсь, чтобы ее терзаемый дух был изгнан навеки. Мое уважение заслужено тобой, странник, и сотрудничество бродяг также. Я отдам несколько своих лучших воинов в твое распоряжение. Я не могу использовать это. Я найду этому хорошее применение. Я найду этому хорошее применение. Oh.
ужина. Перегружена. Я не могу нести больше. Я перегружена. Я не могу использовать это.
найду этому хорошее применение. Я не могу. Yeah.
И так случилось, что графиня, купавшаяся для омоложения в крови сотни девиц, была похоронена живою. И замок ее, где происходили жестокие деяния, незамедлительно обратился в руины. Лишь одинокая башня, как надгробие зла, возвышается над подгребенными бастионами в забытой богами глуши. Состояние графини полагают разделенным между духовенством, хотя есть и такие, кто утверждает, что многое так и осталось ненайденным, погребенным среди гниющих черепов, немых свидетелей бесчеловечности человеческого существа.
такое странное дерево? Очень хорошо. Я перевела руны на свитки. Найди каменные пирамиды и дотронься до них в том порядке, который я написала. Похоже, что здесь была Великая война. Декарт Каин, немедленно отправляйся в лагерь бродяг.
невозможно. Благословенны бродяги. Они таки вытащили меня из этого проклятого места. К сожалению, я ничего не мог сделать для предотвращения катастрофы, опустошившей Тристрам. Похоже, наши величайшие страхи воплотились. Дьябло, владыка ужаса, опять восстал против всего мира. Как ты знаешь, некоторое время назад Дьябло был убит под Тристрамом. И когда наш герой вышел победителем из подземного лабиринта, мы устроили великий праздник, продолжавшийся несколько дней. Но с каждой недели наш герой становился все более отчужденным. Он сторонился остальных жителей города и, похоже, скатывался в мрачную, подавляющую депрессию. Я думал, он так потрясен своим деянием, что просто не может забыть о нем. С каждым днем герой, казалось, все больше терзал себя. Я помню, что он много раз просыпался в ночи от собственного крика. Что-то насчет Востока. В один прекрасный день он просто исчез. И вскоре после этого Тристрам подвергся нападению легионов гнусных демонов. Многие были убиты, и демоны оставили меня умирать в этой проклятой клетке. Теперь я считаю, что герой Тристрама и был тем темным странником, который прошел здесь перед падением монастыря. Я боюсь худшего, мой друг. Я боюсь, что Дьябло вселился в героя, снискавшего его смерти. Если это так, Дьябло станет сильнее, чем когда-либо прежде. Останови его, иначе все будет потеряно. Я не могу нести больше. Я перегружена. Я не могу нести больше. Я не могу нести больше. Я перегружена. Ты оказываешь мне честь. Я не могу нести больше.
Я найду этому хорошее применение. Чем это воняет? Я перегружена.
Клад башни. Иди и возьми. Добрый век. Благословенны бродяги. Они таки вытащили меня из этого проклятого места. К сожалению, я ничего не мог сделать для предотвращения катастрофы, Устошивший Тристрам. Похоже, наши величайшие страхи воплотились. Дьябло, владыка ужаса, опять восстал против всего мира. Как ты знаешь, некоторое время назад Дьябло был убит под Тристрамом. И когда наш герой вышел победителем из подземного лабиринта, мы устроили великий праздник, продолжавшийся несколько дней. Но с каждой недели наш герой становился все более отчужденным. Он сторонился остальных жителей города и, похоже, скатывался в мрачную, подавляющую депрессию.
Я думал, он так потрясен своим деянием, что просто не может забыть о нем. С каждым днем герой, казалось, все больше терзал себя. Я помню, что он много раз просыпался в ночи от собственного крика. Что-то насчет Востока. В один прекрасный день он просто исчез. И вскоре после этого Тристрам подвергся нападению легионов гнусных демонов. Многие были убиты, и демоны оставили меня умирать в этой проклятой клетке. Теперь я считаю, что герой Тристрама и был тем темным странником, который прошел здесь перед падением монастыря. Я боюсь худшего, мой друг. Я боюсь, что дьябло вселился в героя, снискавшего его смерти. Если это так, дьябло станет сильнее, чем когда-либо прежде. Останови его, иначе все будет потерь. Хорошая работа, мой друг. Смелость и удача алхимически соединились в тебе. Да. Спасение Каина, твоя жизнь подверглась опасности. Мы благодарны тебе за это. Мы должны немедленно посоветоваться с ним. Чего тебе нужно?
Приветствую. Добрый день.
Что за кошмарные пытки творились здесь? Сестры будут рады получить это назад. Орден приветствует тебя. Добрый день. О, я так благодарна за возвращение Харадрического Малуса. Теперь я вложу в одну из твоих вещей магические силы. Определенно, нам противостоит королева демонов Андриэль, поражающая бродячих сестер и наполонившая мерзостью их родной монастырь. Это не сулит нам ничего хорошего, мой друг. Древние харадрические тексты упоминают, что Андриэль и другие младшие духи зла однажды низвергли трех главных духов зла – Дьябла, Мефистофеля и Ваала. Изгнали их из ада в наш мир. Здесь они причиняли человечеству невыразимые муки, пока не были заключены в камни душ. Присутствие здесь Андриэль может говорить о том, что ад снова подчинен дьяволу и его братьям. Если это правда, то я боюсь за всех нас. Убей ее, пока монастырь не стал постоянным оплотом ада. Иначе путь на восток навсегда потерян. Thank you.
Привет! Рада видеть тебя. Добрый вечер.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Тут темно и страшно.
Да. Приветствую. Эта дева больше не будет никого терзать.
добрый. Это и правда великая победа. Но многие битвы еще впереди. Я сопровожу тебя в твоем пути, оказывая всю помощь, которую смогу. Помни, дьябло все еще там, разыскивает что-то в пустыне. Я боюсь, что этот кошмар не кончится, пока ты не найдешь то, что ищет он. Смерть Андриэль принесла нам всем... Рад видеть тебя. Добрый день. Я найду этому хорошее применение. Постой немного и послушай меня. Приветствую. Наконец-то мы можем торжествовать. Привет. Караван, добрый день. Действие второе. Мы следовали на восток через горы и обширные пустыни к оскверненным землям. Шли дни, и мой компаньон рассказал о себе. Он рассказал, что был когда-то великим воином, и что на нем лежит тяжелый и темный груз. Казалось, мы путешествовали целую вечность по опустошенным землям. Как долго, я не знаю. И все это время, казалось, за нами следовала темная туча. И, наконец, путешествие завершилось. Мы достигли цели нашего путешествия. Великолепный город Лут-Галейн. Последней ночью мы разбили лагерь. Это был мой первый сон за долгие недели. Однако мои сны вернулись, но они однозначно не были моими. Ко мне пришло видение великого мага Талраша. Он был там из-за героя, которого я уже видел в своих снах. Они попробовали заточить демона, повелителя разрушения, в священный камень. Но им не удалось. Талраша согласился сдерживать демона внутри самого себя, став его живой тюрьмой на вечность. Thank you.
Теперь ты знаешь, что я ищу Мориэс, моего брата. Теперь спи. С наступлением рассвета мы трогаемся. На следующее утро мы спустились с холма и направились к Лут-Галлею. Тогда я не знал, какие ужасы ждут меня там.